another implication of well, the oil carousel we wanted to look at. So maybe you can. This can be hard, and you can improve it. So, Alex and Tommy, you've seen Brussels sprouts game. Брюссельская капуста. На всякий случай, в интернете есть прямо фильм, который так и называется. Советую посмотреть, мне кажется, я там все понятно объясняю. Хотя, с другой стороны, скорее всего, вы сейчас и сами все сообразите, все, здесь все легко. Брюссельская капуста. Я еще такого не слышал. Это очень простая игра. So, maybe it's a different variation, but this is the one I'm thinking of. We'll use a weather character to see how to win. So the way it works is there are two players. The first step is to start off. You write down some, you draw some number of crosses in the plane. So step one, draw crosses on the page. Определён нет. Это ростки. Надо представлять себе, что у нас есть такой корешок, точка, из которого слово капуста. Дига. Из которого выходит 4, так сказать, зелененьких ростка. А, нет, что это за дига N сверху? Draw. Дига. Коля, выключил юмор. Okay, and then step two is each player to make a turn. A player has to connect two ends of a cross. Okay, two ends of a cross. Дальше происходит свадьба и рождается два ребенка. Two tips of a cross. And when you do it, you insert a new bar halfway along. And the mate intercept or other connections. Okay, so that's got to be my next question. So that's the first move. The next move could be like this. Okay, but as Andre said, the restriction is that the new edges, the new lines, cannot cross each other. Okay, so step two is... a player connects. А так ты English. Можно? Нет. Oh, two crosses. А что мешается? В какой-то момент у вас просто поиграйте. Вот возьмите, для начала возьмите один крестик. Максим, не три крестика это долго. Возьмите один крестик и посмотрите, и все увидите. Сам себя может? Ну, конечно. Ну, только росток с другим ростком. То есть у вас в каждый момент есть активные ростки. Кстати, заметьте, количество активных ростков не меняется. А, пересекать нельзя? А? Что, пересекать нельзя? Да. Не понял. Вот когда он режет, то отрезок исчезает или что? Он ничего не режет. У него два ростка срастаются и появляются... Два молодых. Два ростка исчезают за одну операцию, и два появляются. So now, with our, this internet dash means I've got another, a new end to use, so I can use these two, for example. Is that clear? Два исчезают, один появляется, да? Нет, два исчезают, два появляются. Два? Количество активных ростков не меняется. Стоп. Что ж стоп? Стоп. Разве не видите? Сейчас. Два было, они срослись, и получилось два новых. То есть количество ростков не изменилось. Понял, Коль? Можете показать, где два новых? Вот эти, которые... А вот эти вот отрезки, вот в середине, вот смотри, там, где отрезок посередине, это и есть начало конца. Это есть новый росток. Новый росток? Два. Вот то, что он рисует по поперечину, это же новые ростки. Это два, один слева, yeah. И другой справа. То есть там... Количество активных зеленых ростков не меняется.
Потому что два ростка срастаются и дают жизнь двум новым. Где второй? Влево, вправо. То есть в конце отрезка это два ростка. У вас из точки вырастало 4 ростка вначале, из другой 4, из третьей 4, из земной 4. Какие-то два срослись, но превратились в два новых. Поэтому количество активных ростков не меняется. Вы поняли? Она просто в какой-то момент закончится. Нет, надо вычислить, сколько ходов. Да. То есть вычислить, сколько ходов. От игры сопи. Не зависит. Надо вычислить число m. Он вам дал число n, и надо вычислить число m. Okay. So, let's play a couple of quick couple of games. If you could pair up, I like Nikolai mixing. So what I like to do is play the game. I like Andrew. Nick, Andrew. Well, Andrea, I could have met these two. Oh, okay. But I didn't. Play a couple of games. I'd like you to see if we can write down a formula to win. So, I like a table like this. N is going to be the number of crosses to start off with. M is the number of winning moves. So you play the game until the end, until no one can move anymore. And I'd also like you to record the number of vertices, edges, and faces you get. Да. В окончательном графе. So let me draw an illustration to see what I mean there. Let me just do two. If однако просто тогда. If однако просто хорошо. Максим. Максим, ну хватит уже, говори по-английски. If n is 1, then m is 3. Не обязательно. Okay, and how, now what I was just going to explain, how do you know m is... What I would like you to do is also, is count the number of vertices in your diagram, the number of edges, and the faces, and let me just explain what I mean by faces. So by face, so... Can we explain one example? That's what I was... Example, again. Yeah, well, that's what I was... Максим, выйдите, сделайте для одного креста. That's why I asked them to play. So could you want to play a game against yourself? Не с тремя, с одним. На правой доске. Максим, мы, значит, вообще не сдвинемся. С тремя будет ничего не понятно. Правую доску очистите, пожалуйста, полностью, тряпкой. Не поленитесь. И для одного креста быстро нарисуйте. Не надо. А да, на гаганьке как не надо, потом все кончится. Максим, и таблицу тоже, быстрее. Это связано? Это никак не связано. Так, мозги, пожалуйста, все включите. Это легкая задача по математике, но... And faces are errors. Right, so that's what I was about to explain. The faces are the areas enclosed by edges plus the outside. Быстрее. So this is... So you imagine... What if I found infinite, a solution for infinite game? Okay, if the game is finite, it's good. I mean, it just can't end. Поэтому надо было брать с одного креста. Тогда бы вы поняли. Надо было начать с одного креста, и вы бы сейчас все увидели. Так же, как сейчас Максим увидит. Нет, все-таки крестик. Надо, чтобы было видно, что... Ну, такая штучка. Росток должен быть виден. И там, где вот вы точку поставили белую, тоже росток должен быть виден. Да, да, да. Нет, белый. Потому что вы там поставили точку, но... Отлично. А теперь вопрос, сколько граней? Понимаете ли вы, что в каждой грани один росток? Значит, граней сколько? Четыре грани.
Вот и напишите ему это. Maxine, could you fill in the table over here? So how many crosses did you start with? Четыре грани. Faces. Faces. Oh, no, let me explain this. So let's just start with vertices and edges to start off with. Four. Почему это 4, интересно? Совсем не 4? 4. Нет. 1, 2, 3, 4. А концы ростков не вершины? 10. Часть концы не вершины. А что? А кто они? Только середина. And each is connects two vertices. Тогда 8. Каждый крестик это вершина. Концы это не вершина, потому что середина это вершина. Каждый крестик это 4, да? Крестик это 4. Выясните. Концы вершины или нет? Other Alexandrovich is asking if the ends of a cross not connected to each other are counted as vertices or not. No, just where two edges connect. Так там не считаются. Не считаются. Это вопрос, что вы считаете вершиной, что вы считаете графом, что нет. То есть ростки вы считаете вершинами графа или не считаете? Вы считаете крестик. Ростки вы не считаете. Пожалуйста. Только крестик. Я на все согласен. Дело хозяйское. Okay, now with the faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, I was just gonna say with the faces, you imagine there's this extra boundary. So you're already familiar with it. So this is where that 4 came from. Okay. Now, I'd like with yourself play a couple of games to see if you can come up with a. С двойкой сделайте. A formula. Рядом быстро нарисуйте у себя в тетради картинку для двойки и скажите ему эти числа. So, see if you can come up with a formula relating these two things. Discuss for n equals 2. I got 8 moves, 10 vertices, and I'm counting edges and faces right now. 8 vertices? M vertices? No. For n is equal to 2. 8? 8 moves. Yes. 8 moves. 10 vertices. 8. I got 10 vertices. 10? А не быстрее вы этих досках сделать? Вы сейчас драться будете, ребят. У одного одну, кто-то ошибся. Что? He accepted that I'm right. Совершенно не важно. Знаете, это он согласится, чтобы... Это самое. Надо взять и сделать. Двумя... Нет, Андрей, сделай, чтобы надо сделать 2 креста. Нет. Вот сейчас доска грязная. И внизу тоже сотрите, пожалуйста. Вот отлично. Вот теперь надо спокойно нарисовать 2 креста, да, и работать. И считать. Надо, пожалуйста, считайте без ошибки. Потому что дискуссия о том 7 или 8 мне очень не нравится. One.
8. Чуть-чуть отойдите. So, 8 moves. As you could see, vertices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vertices. It's just 1, 2, 3, 4, 5. Лучше подумать вот на какую тему. Можете ли вы узнать количество ребер, Андрей? Андрей, можете ли вы узнать количество ребер, зная количество вершин и степень каждой вершины, чему равна? Четыре. Не кажется, что мы делаем. Каких-то три. Вот тут четыре, а вот тут три. Нет, у какой-то вообще нет. Ага, совсем плохо тогда. Чтобы посчитать количество ребер, нужно... 16. Сложить вершины грани и вычесть 2. Окей, I got 16. Has anyone got a different result? Okay. Сейчас все будет. Окей, let's believe I'm right. Ну уж это-то точно равно количеству ростков исходному. Вначале было 8 ростков. Strange, but he is right. Surprisingly, I'm right. What is the Euler characteristic of the two examples of? Oh, well, the Euler characteristic is 2. It's a nice check thing. Then you get an upright number. Okay. So, Does anyone have a conjecture for formula for writing in and in? So the in and M? Mm-hmm. I believe I have V equals N plus M. I'm not sure. Okay, yes, so why would that be true? I don't claim that's true. Андрей, but it looks like при каждом шаге добавляется одна вершина. Think about it for a moment. So you start off with in vertices. Yeah. And each move. Yeah, and alternatively said that each move adds one vertice. Adds one move, good. And what else can you think of? I don't know. Еще раз повторю, как связано F и N? Mm-hmm. F и N. Но каждый росток находится сейчас. Два степени. Какой еще два степени? Вы что? Максим, приходите. Нет. В каждой грани по ростку, ребята. Ну, там же разные ростки есть. В каждой грани ровно по одному ростку. Которые не соединены. По одному зеленому ростку. Ну да. Потому что если будет два ростка, what's the number of edges in relation to the number of moves? How many edges do you get with each move? I believe the number of edges equals twice number of moves. Good. Yeah. Because at each move, we first draw an edge and then separate it into two edges. Yes. And the face is well. I could I could calculate the number of faces by the Euler characteristic, but I'm not sure if that's not cheating. Андрей, вы правда не верите? Посмотрите еще раз на картинку. Я уже десятый раз повторяю. Каждой грани выходит один зеленый росток. Oh, yeah. Does the number of faces change at each move? So... Количество зеленых ростков можно посчитать. Что такое зеленый росток? Посмотри, вот Которые ни с кем не соединены, и в нее выходит ровно одна палочка. Которая не ребра. У тебя в любую грань выходит одна палочка. Окей. Потому что если бы входило ноль палочек, то такая грань просто не могла бы возникнуть. У вас никогда не возникает грань без входящих. V минус M равно N. Глупости. Та-дам! F равно 4 N. Maybe start from the beginning. Look at what happens when you... V равно 4 N.
F равно 4N. Совсем просто. Ребят, просто секунду, подумайте, вот, смотрите на картинку. Показывает Александр Васильевич. Well, let's not do it because of that. Let's think about why. Why when you make a move, just another... Three of the... Этих, как их, ростков. Sorry. Yes, it's true. Three. Выйди, покажи, быстрее будет. Как называют? We can call green. What's the English for this? It's what I was thinking about before. Tip in... Well, and this least. You can do tip end. Либо тип, либо end. Называй. Okay. From every vertex there are four tips, and one of the tips is in the. In the face, yes. In your face. So the number of faces is equal to number of the vertices multiplied by n. Секунду, Коля. Вы должны сказать на самом деле две мысли. Если в какую-то грань входят две такие штуки, то игра может быть продолжена. Это первая, стоп, это и вторая мысль. Возникнуть грань без такой штуки не может. У нас по ходу дела просто всегда, когда проводим линию, то и влево, и вправо от нее такая штука растет. Понял? Стоп, а почему не может? А вспомни, как возникает. Когда ты проводишь ребро, то от него влево и вправо такая штука идет. А, yes. Все, сначала первая мысль. So, first idea is that if we got two tips in one face, we can connect them and get another face, so the game won't be finished. And there can be no edges because in every их блин, извините. Наоборот, не может быть грани без таких штук. There can be no face edges, tips. Грань. Faces. No faces without the tip inside. Without the tip, because when we draw an edge, we get two tips, and one of the tips get into the face. В оба направления. In two directions. Two tips. Right and left. Yes. I said two directions. Okay. May I say? Да, быстрее. Each face must be surrounded by at least one edge. And each edge has tips pointing. One edge? At least one edge. Maybe more. Mm-hmm. But each edge has at least one full edge, but each edge has tips pointing in both directions. So one will be pointing inside. At least one. This is the second part. At the first, because he already proved that if there is more than one, then the game isn't, then it isn't the end of the game. Mm-hmm. I believe I have proved that there is at least one tip pointing into each face. So together, these statements mean that each face has one and only one tip pointing inside of. Yes. По индукции. By induction. Mm-hmm. Yeah. So, yeah. What?
So you've got a correspondence with the number of faces and the number of vertices? Что, вначале было 4 n? Well, the number of tips was 4 n. Mm-hmm. And the number of tips doesn't change. Yeah, because when you connect 2 tips, you get 2 more tips. Лиана, did you? Он опять интересуется, понимаете ли вы, или просто сидите? Андрей, do you want to quickly explain? Андрей, скажите, может, понимаете? Oh, I... Никола, please. I understand that. Выходите. Быстрее. Выходите и задайте свой вопрос быстрее. Хорошо, я бы просто хотела... Выйди. Скажи, что ты не понимаешь. Не трогай многогранники. Да, не трогай многогранники. Быстрее. Хорошо, вот так вот. Прямо следующее отклоняется 4n, то есть, ну я понимаю, что... Вначале было 4n, потому что... And by... At the beginning there was 4n, and by the induction we proved that there will be 4n also. Вначале было 4n кончиков, а каждый раз, когда вы соединяете 2 кончика... То возникают 2 новых. У вас сначала уменьшается на 2. А потом вы рисуете 2 новых кончика. То есть в итоге количество кончиков не меняется. Количество кончиков не меняется, это я понимаю. Ага. А до этого каждую мы грань один упорно кончик. Доказывали, что в каждую грань смотрит один и только один кончик. Да, это я тоже помню. Ну? Ну, значит, грани 4n. Okay. Так, ребята, сейчас надо подвиг сделать. Надо вот все эти формулы подставить формулы Эйлера. На чистой доске. If is equal to 4n minus 2m plus n plus m equal to 2. And that will be 3n plus m. Равно 2. But why 3n? 5n? Это, ну да. Yes, you are right. 5n minus m. Ну и ответ. M равно. Is equal to 5n minus 2. Okay. So if there are an odd number of starting crosses, who wins? Когда 5n минус 2 четная, а когда нечетная? If n is maybe выиграл. Четный odd, нечетный. Наоборот. Четная even. Ровное такое, нечетное, странное, odd. Николай, so could you tell us if n is odd, who wins? If n is odd, wins the first player, and if n is even, wins the second. And Andre, were you telling us you constructed a mechanism to have a fun? No, I saw my mistake. Okay. Alright, so... Excuse me, one question. The game is finite. Yeah, this Andre was constructing an example of an infinite game. I made a mistake. So we've assumed that the game is finite, and maybe it's a yes. А если там не 4, просто такая скажешь в начале. Нет, это не важно. Это как раз на числа повлияет. Вопрос принципиально. Как доказать, что игра конечна? Вот смотрите, у меня... Помолчи, пожалуйста. Нельзя начинать разговор просто потому, что тебе хочется поговорить. У тебя нет решения пока. Okay, let's wrap up. Next time, if I'm... You excuse me. How can we prove it? Why it ends? Well, I was saying, if it's an assumption, and I thought there might be an interesting homework example. So, the question is, so if the game ends, so...
I gave us a formula. And the question is, must the game be? Okay, so that's where I like it. So that's your homework, is to think of Can the game, is the game necessarily infinite, or can you construct an infinite game?